На еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили ход уборочных работ, которые вышли на финишную прямую. Большая часть урожая уже собрана. Насколько ударно потрудились аграрии в этом году, узнаем далее. План по уборке картофеля выполнен практически на все 100%. Уже собрано около 200 тысяч тонн. В этом году второго хлеба уродилось больше, чем в предыдущем. Тогда собрали около 145 тысяч тонн. Продолжается и заготовка кормов. Их тоже собрано больше, чем в прошлом году. Намолочено около 570 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Под урожай следующего года практически полностью посеяны озимые культуры. Озимые они в неплохом состоянии, удовлетворительном. Конечно, недостаток влаги в почве сейчас наблюдается, но в целом на озимые, я думаю, что это уже не повлияет. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, показатель урожайности зерновых в этом году ниже. Однако за счет того, что увеличили площадь посевных, результат не ухудшился. В целом урожай собрано больше по сравнению с прошлым годом.